12 лет назад старшему сыну Анастасии Сизаненко, Кириллу, поставили инвалидность. С тех пор семья получает помощь в Самарском областном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Здесь ребенок вместе с мамой проходит множество лечебных процедур на современных тренажерах. Про глубокое восстановление говорить пока рано, поясняет Анастасия, но успехи уже есть. Кирилл даже стал посещать спортивную секцию по бочче. Это один из паралимпийских видов спорта. Совсем недавно в центре появилась площадка для занятий, а Анастасия возглавила тренерский штаб. Курсы процедур и занятия бочча должны вдвойне лучше помочь сыну, уверена женщина. Показывает себя этот результат. То есть есть что-то. Стоять мы научились, голову держать. В общем, переворачиваться. То есть что мы не могли, то есть все равно после этих курсов что-то потихоньку он сам может уже делать. Областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья – один из старейших в регионе. Он был образован в апреле 1997 года и до сих пор играет важную роль в разработке методик, подборе наиболее эффективных для детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, отмечают специалисты. В 2022 году областной реабилитационный центр празднует свой 25-летний юбилей. Потребности родителей, они возрастают, они видят, какие методики есть в Санкт-Петербурге, в Москве, в европейских странах. И, конечно, нам не было времени стоять на месте, нам необходимо было внедрять абсолютно те же самые методики, технологии, которые эффективны, которые помогают детям социализироваться. И чтобы родители не искали где-то в другом месте, могли все получить у нас на территории Самарской области абсолютно бесплатно. Сейчас центр оснащен по последнему стандарту качества. В арсенале имеется множество современных тренажеров для реабилитации, а также методик для детей, чтобы они могли быстро социализироваться и пойти в учебные учреждения, детские сады и школы. В 2019 году в центре появилась специальная выездная бригада. Благодаря этому ребята из отдаленных районов Самары и других муниципалитетов могут получать помощь на дому. Активное участие в жизни центра принимает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Спасибо, помогают в плане материально-технической части и по обновлению оборудования реабилитационного министерства наше, которое всегда выделяет нужные средства для того, чтобы мы могли модернизироваться и развиваться. Специалисты продолжают изучать проблемы, с которыми сталкиваются дети, и разрабатывают программы для наилучшего результата. Ежегодно порядка 400 ребят с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию. Это дети с ДЦП, расстройствами аутистического спектра, хромосомными и генетическими заболеваниями. За 25 лет более 10 тысяч ребят, которым помогли в центре, обрели возможность жить полноценно. В будущем врачи продолжат сотрудничать с коммерческими спонсорами и благотворительными фондами. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.